всех приветствую, дорогие девушки. Сегодня мы с вами снова находимся в магазине Winners, то есть канадский TJ Maxx. И я принесла очень много льна и хлопка. На сей раз не платится, а брючки, рубашки, курточки, какие-то пиджачки. И мы с вами будем все это примерять. Я вам покажу, насколько бюджетно, абсолютно бюджетно можно покупать натуральные ткани и одеваться во все натуральное. Для этого совершенно не обязательно иметь много денег, а в принципе совершенно замечательно и прекрасно можно одеться вот в этих вот наших магазинах, которые у нас повсеместно есть везде, и в Америке есть везде этот TJ Maxx. Но я не знаю, себе показывать или нет, но у меня юбка красно-синяя, синий топ, красный пояс, белый такой молочный жакет в цвет босоножек. И брошечка у меня винтажненькая, и сережки тоже. Я надеюсь, что будет сегодня тихо, не будет очень громко, я забилась в самый дальний угол. Ну что ж, первый комплект. Вы знаете, я сейчас уберу одежду сзади, а то она очень-очень пестрая, очень извлекает, наверное, вас. У нас все от такого бежевого монохрома до очень ярких расцветочек. Значит, вот такие вот брючки клешные, такие капосик, юбка, брюки. Они высокие такие, здесь с пуговичками сзади, на резинке очень классные. И к ним я принесла вот такую рубашку. Она немножко маловата, могла быть пошире, но в принципе ничего. Мне кажется, что у нее такой силуэт приталенный, поэтому она вот так вот выглядит немножко. Но в принципе неплохо с этими брюками. Единственное, что в этих брюках мне не хватает карманов. Так хочется вот засунуть руки в карманы, но не получается. Значит, все это лен. И рубашка, и брюки чистый лен. Кстати, очень подойдет к нему пиджак, мой жакет, в котором я пришла. Давайте померим. Все такое бежевое-бежевое. Такая я немножко моль во всем этом, монохромная. Но монохром имеет место быть. Очень многие люди любят носить вот именно монохромные вещи. Так, рубашка половина лен, половина район. Не совсем льняная, но больше льна. Значит, компания Тахари, $135. Это действительно был размер смол. Это что-то я не доглядела. Но она, как вы видите, не такая уж и маленькая. И вот такая полулен, полурайон. Вот такая вот очень легкая, свободная, симпатичная рубашонка. Очень базовая. Еще одна блузка, чисто льняная, 100% лен. Очень красивого такого персикового цвета. Базовая, маленький рукавчик. Вся на пуговицах, рубашка вот такая, она не очень длинная, поэтому вот с такими вот брюками широкими, в принципе, ее носить неплохо, мне кажется, как на мой взгляд. Очень-очень интересный, красивый цвет. И с бежевым очень красиво смотрится, по-моему. Как вы думаете? Мне кажется, что с бежевым очень хорошо. У меня еще есть белые брюки, еще есть вот такой вот полосатый костюм. Похоже на то, что я примеряла когда-то в H&M, помните? Ну, этот полегче такой, он льняной. И он легкий. Вот такой вот комплект, вот такой, знаете, прям летний, расслабленный абсолютно. Вот эти брюки, они такие широкие, они такие удобные, просто класс. И смотрите, еще один третий цвет я добавила. Желтый потрясающе красиво выглядит вместе с бежевыми брюками и с персиковой блузой. Это такой, как тоже льняной жакет. Совсем тоненький, совсем легкий, с такими большими красивыми пуговицами. Вот такой вот он коротенький, накладные карманы здесь и здесь. В общем, очень симпатичный. И вот такой вот у вас получается комплект с этой вот, именно с этой рубашкой, с этими брюками. Мне кажется, очень классно. Мне кажется, супер. Конечно, не хватает мне карманов. Очень не хватает мне карманов в этих брюках. Так, состав желтого жакета. 53 лен, 47 лиоцел, хороший состав, $40 он стоит, размер медиум, и вот такой вот он симпатичный, цвет немножко искажает, он такой расслабленный, такой casual, очень-очень симпатичный и очень милый. Я забилась в самый дальний угол, в самую дальнюю примерочную, все равно кто-то возле меня зашел, и кто-то там шумит, разговаривает, хихикает, в общем, все как всегда. Так, эта рубашка 100% лен, видите, написано, стоит всего лишь $25. Тоже, кстати, размер смол я примеряла, и она такая объемная, большая. И это такая компания Rachel Roy. Честно говоря, я даже не знаю, у нас много этих Rachel, есть Rachel Zoe, Rachel Roy, в общем, видите, $58 она стоила в магазине, вот в этом. А здесь она стоит 25. То есть вы понимаете разницу, да? Что это за бренд? Rachel Roy. С
100% лен. Можно стирать в стиральной машине. Ну, классно. Еще одна блуза. На сей раз не рубашка, а вот такая вот именно блуза, блузон. У нее здесь пуговички такие костяные, деревянные. И она тоже довольно такая широкая, просторная, свободная. И тоже с этими брюками очень классно. Просто очень супер классно. Брюки мне вообще эти очень нравятся. Тоже 100% лен, тоже стоит $25. Компания вот какая-то вот такая вот. Видите, 100% лен написано. Размер у меня был medium. Вот такая вот блузочка. Очень даже ничего. Видите, 100% лен. Везде написано несколько раз, чтобы вы никто не ошибся и не перепутал. Так, эти брючки 70% район и 30% льна. Стоят они... Это был размер medium, я мерила. Стоят они $30, $29.99. Компания какая-то, даже не знаю. Вот, ну, у нас очень много всяких компаний продаются, которые... Никто не знает, что это такое, но они очень классные, потому что, видите, они здесь так красиво сделаны. Сзади у них резинка большая, такая широкая, это очень удобно, они супер удобны. Размер medium, несмотря на это, я в них влезла, и у них очень приятное такое качество и текстура. Вот прям точно такое, как лен, и они такие клёшные, очень классные брюки. Это белые брюки Calvin Klein, они не льняные, но они хлопковые. Они мне немножко великоваты, поэтому я их так подняла и надела свой пояс сверху. И они мне немножко длиннее, поэтому я их подкрутила. И примеряю их с такой бело-голубой блузкой, тоже льняной. Тоже компания, по-моему, Rachel Zoe или Rachel Roy, я не помню, какая-то там из этих Рэйчелов. И я не помню, сколько она стоит, я вам сейчас покажу. И она такая широкая, объемная, большая. И вот такая вот она свободненькая. Может быть, я сейчас ее выпущу и посмотрю, как она будет в выпущенном виде. А пока вот я вам сниму вот такой вот. Прям даже такой шикарный, курортный получается образ. Брюки хлопковые. Немножко просвечиваются, но это проблема всех белых брюк. Вы видите, карманы светятся, и вот рубашку я закрыла, и она немножко просвечивается. В принципе, это как бы не очень хорошо, но все белые брюки просвечиваются. Я хочу сказать, что вот такой вот... У них вот здесь вот такие защипы, и они мне чуть-чуть с меня падают, но в принципе мне нравится этот вот фасон с карманами. Такая широкая рубаха с напуском, очень-очень такой расслабленный, летний, хороший. Вот так она выглядит, эта рубашка на выпуск. Не очень хорошо с этими брюками, потому что здесь вот эти вот защипы, получается здесь много очень объема, но в принципе, может быть, с другими брючками какими-то, у меня есть еще одни, ну посмотрим. Такая вот красивый бело-голубой рисунок, очень интересная такая красивая расцветка. Обычный совершенно фасон, рубашка, рукава, воротничок, но она как бы выполняет свои функции. Льняная такая рубашка на лето, очень классно. Так, эта рубашка другой Рэйчел, это Рэйчел Зои. Видите, у нас есть разные Рэйчелы. Размер large, 100% лен. Стоит $25 тоже. Ну, прекрасно, замечательная цена, прекрасное качество, расцветка красивая. В общем, это размер large, поэтому она такая объемная, просторная, очень здорово. У меня еще есть такая цветная, но это очень веселенькая расцветочка. Видите, здесь все летние цвета, я ее не стала заправлять, я просто так завязала. Потом я вам покажу, какой она длины. Тоже очень базовый фасон, обычная рубаха, вот с таким вот воротником на пуговицах. И вот такая вот симпатичная, с белыми брючками, даже пояс мой подходит под нее. С белыми брючками очень симпатично, по-моему. Вот такая вот цветная рубашка, и вниз надеть белые штаны, и это классно. А в принципе, она вот такая вот обычная гавайская рубаха, что у нас называется. Но она не совсем гавайская. Гавайская, там должны быть какие-то пальмы, цветы. Но в принципе, немножко похожа на гавайскую. И видите, она сразу помялась, потому что это лен. Я ее завязала, и она сразу такая вот помялась. Но лен такое дело с ним, что он всегда мнется. Вот такой вот она длины. Это размер medium, она немножко поменьше, чем вот эта. И, по-моему, это немножко лучше, потому что та была прям очень большая, широкая. Так, здесь тоже, видите, 100% лен, цена $30, она немножко подороже, не знаю почему, размер medium, вот такой вот бренд, тот же самый, везде написано, что это 100% лен, в общем, вот такая вот рубашечка.
Вот такая вот очень симпатичная блузка. Я вообще лично очень люблю вот эти вот, это называется кроше у нас. Вот такие вот, как будто вязаные крючком, из цветов, разноцветные блузки, платья. Она очень красиво сделана. Единственное, что это размер small, и она мне маловато. Мне кажется, что она должна была быть побольше. Но вот с белыми брючками она тоже выглядит очень-очень симпатично. Она очень хорошо сделана. Немножко не совсем то, что я показываю, потому что в ней 60% хлопка и 40% акрил. Но хлопок присутствует, и она потрясающе красиво сделана. Посмотрите, как красиво. Мне очень нравится. Я так люблю такие вещи. Вот с белыми брюками это просто восторг. Только размерчик маловат, а так, в принципе, очень классно. Ну и она, знаете, не дешевая. Стоит $40. Видите, написано 60% хлопок, да? Да, и 40 акрил. Какой-то бренд, не знаю какой. У нас много всяких каких-то непонятных здесь брендов. Но мне очень нравится именно вот такая, как будто ручная работа. Ну, классно, прикольно. Я люблю такое, не все это любят. Это немножко пёстрый, немножко такой деревенский стиль, немножко такой буфа, но мне нравится очень. Это меня немножко разочаровало, потому что у меня, во-первых, маленький. Это тоже льняной жакет. По-моему, 10 размера, он на мне не сходится. Но вот примерила с белыми брюками, розовый жакет тоже очень симпатично выглядит вместе. Хотя сам жакет мне не очень нравится. Он как-то очень плохо сделан, весь кривой, косой, без подкладки. Единственное, что в нем есть плечики, что очень хорошо. И он дешевый, он довольно дешево стоит, поэтому нечего было от него ожидать каких-то уж очень таких какого-то качества. Но я вам хочу сказать, вот плечи сделаны, встроены и пришиты, и это очень классно. Значит, в нем 55 лион, 45 вискоза, сделан он ужасно. Стоит он $40, это был размер medium, поэтому он не маленький. Написано, что сделано в Италии, но знаете, я разочарована в итальянцах, потому что он без подкладки, ужасно совершенно, ужасающим образом вот это вот все обработано. Посмотрите, я не любитель разглядывать швы и критиковать какие-то кривые швы, но здесь уже просто, это просто трэш, это просто трэш. Я думаю, что в Китае сделают лучше, сошьют. Что это за Италия такая? Ну, говорю как есть, всю правду. Да, конечно, просто ужас, просто кошмар. Но хороший состав. Ужасный пиджак. Да, белые брючки, между прочим, Calvin Klein. 58 катон хлопок, 42 вискоза, и стоят они $40. Ну, тоже не очень дешевые, но это за потому что имя. Имя, имечко. А сколько они стоили? Видите, в Calvin Klein они стоили... Я не знаю сколько, написано 99.50, но мне смущают вот эти вот обозначения. MSRP, доллар. Это, я не знаю, чей это доллар. Ну, это не важно. Ну, может быть, они и $100 стоили. Я не знаю, что вот это вот означает, но размер 10. Вот такие вот брюки неплохие, кстати. Брюки симпатичные. Смотрите, какое прикольное сочетание. Это брюки. Вот эту блузку я уже вам примеряла. И брюки, в общем-то, я их принесла. Не знаю, мне надо было что-то белое, какую-то белую рубашку, наверное, захватить. Но мне они очень понравились. Мне понравился их расцветка, мне понравился их фасон. И я подумала, что почему бы не примерить вот с этой вот блузой. Это два таких разный принт, но, в принципе, одинаковое сочетание, бело-синее. И они даже как-то, в принципе, подходят друг к другу. Мне кажется, что это очень классно. Брюки просто реально классные. Они тоже такие широкие, но они, видите, не очень длинные. Открывает щиколотку, что очень приятно. Они на резинке, мне они очень нравятся. Просто супер. Я сейчас эту кофту заправлю, может быть, покажу вам, как они выглядят. Видите, как они выглядят здесь? У них тоже сзади резинка, у них, да, есть карманы. Они не просвечиваются. Я не вижу, что они светят. Просто брючки супер. Мне очень нравится, сколько они стоят. $35, дороговато немножко. Ну, не дороговато, но как бы. Не так, чтобы прям дешево совсем. Но мне кажется, если честно, мне кажется, что вот на сегодняшний день это самый мой, из всей примерки, мой самый любимый аутфит. Два вот таких вот принта, разных, но одного цвета. И это супер, супер прикольно выглядит. Главное, чтобы оттенки совпадали. Тогда это выглядит хорошо. Если немножко будет отличаться, то это будет плохо. Например... Смотрите, вот эта голубая рубашка, в принципе, тоже неплохо. Я хотела вам показать, что синий должен совпадать.
что здесь вот синий, а здесь такой голубой. И это не очень хорошо вместе. Но за счет того, что она однотонная, а брюки цветные, то в принципе это выглядит неплохо вместе. Прямо вот действительно вот эти брюки, они очень симпатично выглядят. Так, они сделаны 100% лен. Это хорошо, $35. Вот такие вот они брюки. Сзади у них резиночка. Мне они очень нравятся. Это был размер large. Да, размер large. Ну, классные. Очень классные. Просто супер классные. Короче, я ожидала, что это будет гвоздь моей программы, но гвоздя не получилось. Это такой костюм, похожий на то, что я, помните, примеряла в H&M полосатый, но тот значительно лучше, просто намного лучше. Даже то, что это Леон, по-моему. Во-первых, жакетик мне маловат. Я не хотела ничего надевать вниз, но он на мне не застегивается. А вообще, мне кажется, он не должен застегиваться, потому что у него есть пуговицы, но нет петель. Брюки ничего такие, но... Качество так себе, не очень. Честно говоря, в H&M качество намного лучше. Я так прямо, знаете, увидела его, думаю, дай-ка я померю. Ну, жакет должен был быть побольше размера, но и вообще какой-то он левый. Что-то мне не нравится это все. Костюм нет, не нравится мне. Ах, простите, это не лен. 70% район и 30 лен только на жакете. Стоит он $50. Это тоже вот эта вот компания Rachel Zoe. Размер medium. И брюки размер medium. И что интересно, что пиджак не маленький, а брюки мне нормальные. Очень странно. Ну, в общем, вот такой вот. Какой-то рукавчик недоделанный, короткий. Какой-то все. Даже на вешалке оно еще так ничего. На мне как-то совсем плохо это выглядит. Ну, и брючки такие. Тоже просвечиваются карманы. Так себе. Так, девочки, умора. Я, как всегда, брючки-то, оказывается, размерчик экстра ларч. Во как. А я-то думаю. Так, и стоят они $30. А я-то думаю, как это может быть, что пиджак медиум мне нормально, а брюки медиум мне даже великоват. Вернее, пиджак медиум. Как это может быть, что пиджак медиум мне мал, а брюки медиум мне хорошо? У меня обычно всегда бывает наоборот. Но... Видите, они висят, здесь написано medium, а на самом деле extra large. Никак я не привыкну к тому, что всегда надо проверять одежду на этикетке, что написано, а не на вешалке, потому что на вешалке написано всякая ерунда. Ну все, дорогие девушки, облачилась я в свое. Надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вы получили удовольствие, посмеялись вместе со мной, разочаровались вместе со мной на некоторые вещи, которые я возлагала какие-то надежды, но в принципе это все игра. Веселье и развлечения. Всех люблю, целую. Всем привет из жаркой Канады. У нас просто стало тепло. У нас 2 дня, просто 26 градусов температура. Вы не поверите. Прямо из пуховика вот сразу вот в легенькие, без рукав кофточки. Все, всем пока, всех люблю. Бай-бай.